Мы с вами находимся в универсальном читальном зале Российской национальной библиотеки. Здесь вы можете найти всю необходимую литературу, а также подготовиться к курсовым и дипломным работам. Ну а с чего же начать? Сейчас мы вам расскажем. Сперва подходим к полкам и выбираем необходимую литературу. Не забываем предъявлять ваш читательский билет дежурному библиотекарю. Если вы забыли ноутбук, ничего страшного. Для этих целей у нас в зале есть специально оборудованные компьютерами столы, где вы можете найти любой электронный документ. Подобрать необходимую литературу вы можете самостоятельно, а можете подойти и проконсультироваться у дежурного библиотекаря. Бывает, что возникают вопросы по шифрам изданий, но и тогда все просто. Все ответы вы найдете в наших электронных каталогах или воспользовавшись карточными. В нашем фонде более 80 тысяч экземпляров изданий на русском языке. Здесь вы можете найти литературу по всем основным отраслям знаний. Это гуманитарные науки, физико-технические, математические, социология и химические науки. Значительную часть фонда составляют издания по медицинским наукам. Ну и, конечно, особенно много запросов приходится на издания по Петербургу и Ленинградской области. Вот научные труды, учебное руководство и научно-популярные издания по различным вопросам социологии. Всегда востребована литература по истории, военному делу, экономике, философии, религии и психологии. Если вы хотите защитить себя и своих близких в правовом поле, приглашаем вас к нашему стенду с юридической литературой. Здесь вы можете найти литературу по административному, гражданскому, уголовному праву и по другим направлениям. На втором этаже читального зала размещена литература по искусствоведению, литературоведению, а также здесь представлена художественная литература. Второй этаж действительно особый уголок для лингвистов и литературоведов. Здесь вы можете найти фундаментальные труды по теории языка, а также самоучители, словари и учебники по всем иностранным языкам. Часть фонда содержит книги по искусству, кино, архитектуре, живописи, декоративно-прикладному искусству. Здесь же, на втором этаже, вы можете взять подшивку интересующих вас современных газет. У нас представлены, например, новостные издания, культура и литературная газета. Также в данной части фонда у нас есть множество изданий и альбомов, выпущенных Эрмитажем и Русским музеем. А здесь у нас всегда книжный вернисаж. Да, здесь вы всегда найдете что-то интересное. Каким бы ни был выбор вашей профессии, какие бы цели вы ни ставили перед собой, приходя в наш читальный зал, можете быть уверены, что ваша миссия будет выполнена. Ведь каждый ваш успех – это наша цель и награда. Ну а теперь в добрый путь. В мир знаний и открытий.